Всем привет, я учитель школы монстров Майнкрафт. И сейчас я хочу поделиться самым тайным секрете. А? Что? Серьезно? На самом деле, что находится внутри игрового мира Майнкрафта? Существует таинственное место под названием... Существует таинственное место под названием... Тефорленд. Который является случайно сгенерированным образом областью. Которая полна странных формаций и графических аномалий. Это место служит источником множества легенд и тайн, и одно из них до сих пор остается загадкой для большинства игроков Майнкрафта.